Так, сейчас у нас сколько? Сейчас 15-3, да? Значит, если я буду идти пешком, то... Если я буду идти пешком, то 3.30 я буду там, где мне нужно. Ну, наверное. Так, рука уже замерзла. Сейчас печатки надену. Все, я надел печатки. Значит, 3.30 я буду там. А если на троллейбусе, то минут на 15 раньше. Просто идти мне пешком или нет? Я быстро сейчас не хочу идти. Если не быстро, то 3.40 может быть. Так, в общем, я иду до остановки 25-го, а там уже посмотрю, как захочу. Я сейчас прохожу мимо детского садика, где, куда я ходил. Смотри, ничего не изменилось с тех пор. Так, я уже не соображаю, как я иду. Какими-то крюками начал ходить. Это все потому, что я иду и разговариваю одновременно. Мне так неудобно, как бы. Все, короче, я буду говорить только, когда что-то важное. А так я молчу и слушаю, в общем. А вы говорите. И пишите комментарии. Второй вариант лучше. Потому что я их хоть увижу. Пойдут двойками в этот раз. Я, короче, передумал, пойду по-другому. Сяду только 10 троллейбус, поеду до конечной, а там уже пешком. Ну, идти придется довольно долго. Но я ж так и хотел прогуляться. Вот так вот, передумал. Что там с троллейбусами? Мне нужно раздобыть откуда-то этот самый полиэтилен. Пленку потолще какую-нибудь. Порисовать хочу на ней, на прозрачной. По-моему, это красиво, если на прозрачной подложке рисунок. Не знаю, что-то мало кому нравится, но мне очень нравится, например. Он так из-под прозрачной поверхности. Ну, так необычно смотрится, объемно так. Мне вот почему-то нравится. Но это полиэтилен такой дорогой, если его покупать. В акрилате. А где еще, я даже не знаю. С коробок, что ли, с магазинов, понимаете? Все, едет троллейбус. Ну что, уже 3 часа, кажется, да? 3 часа уже. Ну, сколько мне времени понадобится, интересно? Вот если я буду идти неторопливым шагом, сколько мне понадобится? Полчаса? Ну, я бы поставил на полчаса. Да, ни много, ни мало. А когда дойду, вот тогда я узнаю точно. Надо расслабиться, идти расслабленным шагом. Можно и глаза открывать иногда. То, что я очень люблю. Даже когда дорогу перехожу. Извините. Хороший мороз сегодня, кстати. Минус... Я думаю, минус 8 было утром, а сейчас минус 5 может быть. Так хорошо ходить, удобно, везде, никакой грязи нигде нет. Куда ни наступишь, хоть на газон, хоть на асфальт, хоть туда, где была лужа. Везде сухо, везде твердо. И прям кайф. Не надо следить. В грязи наступить, и маневры делать можно вообще наоборот. Свободу дать своим ногам, взгляду своему телу. Пусть ноги двигаются независимо от туда, куда я должен идти. Независимо от направления, а зависимо от своего удобства. Куда удобно ноге. Сделать шаг, пусть туда и делать. По-любому чисто везде, куда бы она ни шагнула. Вот это для меня называется настоящая прогулка пешком. Она совершенно не утомляет. При условии, что поверхность, по которой я иду, удобная. Тут не просто спотыкаться особо, грязи нет, и не скользко. И еще при условии, что на меня никто особо внимания не обращает. А то я могу так расслабиться, что это будет выглядеть уже странно. Как будто я пьяный. Реально может так выглядеть. Я не преувеличу. Я могу реально так расслабиться и так ходить, как будто я сильно пьяный. Не говоря уже о роже, рожу тоже могу расслабить. Чтобы она не подчинялась тому, как надо выглядеть, находясь среди людей. А просто как она хочет, так она и выглядит. Вот если дать ей свободу, она такая будет, как будто я очень пьяный и хронический. Минус взгляд сам. Хотя я к этим делам к алкоголю вообще отношения не имею. Ни к злоупотреблению, тем более. Вот такой парадокс. Парадокс. Кс. Такой парадокс. Могло бы сейчас 0 градусов, тут выходить невозможно было. Там, где я хожу сейчас. Тут земля, а так она замерзшая. Ну хотя не такая прям замерзшая, нет. Могла бы еще потверже быть. Ну и так, так можно ходить. Не смертель. Я хожу в светлое время суток. Смотри, успел. Снимать в светлое время суток улицу во время своей прогулки. Верхово на голову. Я капюшон надел сейчас, если бы не держал телефон головы.
те записи, которые в темное время суток сделаны, они вымоченные, пришлось выкручивать яркость, контрастность, но все равно они не такие супер, далеко не супер качество. Но я надеюсь, что хоть дневная запись будет получше. Конечно, придется стабилизировать по-любому. Да и что-то угол обзора какой-то маленький получается. Это может потому, что вбок, если я снимал вперед, пришлось бы еще сильнее стабилизировать. Но может она бы справилась, стабилизация. Наверное, следующий мой смартфон будет с мощной крутой камерой. И вообще, что-то я в смартфонах немножко начал разочаровываться. По сути, я что делаю с смартфонами? Смотрю YouTube. Больше даже не смотрю, слушаю. Так, книги читаю очень редко, а музыку слушаю. Музыку слушаю, смотрю YouTube, записываю видео, фоткаю свои работы художественные. Что ты делаешь? Что ты трешься об телефон? Ты мышка. Давай подальше уже, подальше. Так вообще не упадет. Не умею я обращаться, да?